если тебя мотивируют деньги, или ты знаешь, для чего ты идешь на эту работу, тогда ты можешь это преодолеть, привыкнуть, и все, и ты уже просто будешь как вампир. Самое топовое время – это ночь. Именно поэтому как бы я работаю ночью. В этом есть логика, потому что когда у нас ночь, в Америке день. То есть это основная причина, потому что основная целевая аудитория находится в Америке. Плюс еще, если я хотела бы заработать еще больше денег, не пожалеть себя, я могу доработать до примерно часу дня нашего времени, когда в Америке наступает вечер, в Лас-Вегасе и в Калифорнии, в общем. Самый прибыльный с 6 утра до полудня. Как ты привыкла к ночному графику? Было много кофе, энергетики. Кофе много до сих пор. То есть это уже такая вот часть работы, которая от меня никуда не может уйти. То есть не все ребята прям заливаются кофе или энергетиками, но как бы ночная смена – это так тяжело. Я не знаю, в любом случае ты привыкаешь, человек может приспособиться ко всему. И если тебя мотивируют деньги, или ты знаешь, для чего ты идешь на эту работу, тогда ты можешь это преодолеть, привыкнуть, и все, и ты уже просто будешь как вампир жить ночью, днем спать и от солнечного света вот так закрываться, потому что ты уже привыкнешь, и день будет для тебя уже не так актуален, как ночь. Просто мы уже влюбились в ночь. Да. Днем, в принципе, жарко уже. Да, все. Ночью прекрасно. Людей мало в городе, пробок нет, все четко. А много времени понадобилось, чтобы привыкнуть? Наверное, прям до конца я, наверное, до сих пор не привыкла. Потому что когда выходные дни, все равно днем ты не ложишься спать после работы в 8 утра. Ты занимаешься своими делами в выходные дни, ложишься спать там, 8-9 вечера, спишь всю ночь, и потом на выходном спишь всю ночь, и потом просыпаешься в 6-7 утра, и ты уже дальше не можешь спать. Но вечером нужно опять идти на работу, как бы, потому что рабочий день. И из-за этого как бы тоже сбивается график. Но как бы к этому тоже можно привыкнуть. Поначалу было очень сложно. То есть я приезжал со смены, я мог там не спать, допустим, до 4, а потом уснуть и не доспать, и просто тяжело было вставать на смену. И где-то на 2 месяце я как бы влился в график, и все нормально. Have you been searching for a beautiful wife? Do you dream of meeting the perfect woman, but haven't found her? Well, imagine if there was a simple way this could all change for you. Imagine if there was a Canadian marriage agency that would introduce you to as many beautiful women as it takes until you find the one. Ukraine. A lost world of beautiful traditional women. At last, a place where you can find the beautiful wife you have always dreamed of. Every Ukrainian woman dreams of having a happy family. Now you can have a traditional beautiful wife from Ukraine, creating happy family memories forever. So what are you waiting for? Register right now and Skype our beautiful ladies completely free. So what makes us different, you might ask? Why not ask Google simply by searching Match Guarantee Reviews?